Многие здания в Испании не соответствуют базовым требованиям энергосбережения. Страна занимает одно из последних мест в ЕС в том, что касается темпов переоснащения фонда зданий. Этот процесс необходимо ускорить, чтобы выполнить цели, заявленные в Зеленом пакте для Европы. Мы должны обновить фонд зданий, улучшить его, потому что эти здания были построены в эпоху от 50-х до 90-х годов, не всегда в соответствии с продвинутыми технологиями и не очень качественно. Одним из решений может стать улучшение энергоэффективности жилых домов. Это первое в Испании здание, построенное в полном соответствии с энергетической сертификацией. Здесь есть фотоэлектрические панели и другие функциональные особенности. При строительстве использовалась наивысшая степень теплоизоляции и энергоэффективные окна. Предотвращена утечка тепла. В дополнение к этому мы стремимся к абсолютной герметичности внутренних жилых пространств. Правительство Испании предложило обновить около полумиллиона из 25 миллионов домов к 2026 году. Но также важно улучшить энергоэффективность нежилых строений. Компания Air Olympio предлагает такое решение уже на протяжении двух десятилетий. Это и специальные фильтры, позволяющие сократить потребление, и компьютерные программы. В зависимости от периодического изменения качества воздуха и присутствия людей, можно в любое время настроить режим проветривания. Поэтому экономия средств существенная. На ремонт зданий испанское правительство выделило почти 7 миллиардов евро из фонда «Следующее поколение ЕС». У нас есть необходимые законы, европейское финансирование, эти два рычага в действии. Но теперь нужно за очень короткое время создать спрос. Нужно найти много людей, которые хотели бы переоснастить свои дома. Брюссель выделяет финансовую помощь при условии, что правительство Испании снизит зависимость от невозобновляемых источников энергии и наладит эффективную переработку отходов.